Приветствую вас в рубрике Читаем дома. Сегодня я хочу познакомить вас с английским писателем, эссеистом, литературным критиком и одним из видных представителей литературы постмодернизма Джулианом Барнсом, на счету автора более 20 произведений. Первыми литературными опытами писателя стали детективные рассказы, которые он опубликовал под псевдонимом Дэн Кавана. Вскоре Барнс создал свой первый серьезный роман «Метролент», удостоенный премии Сомерса Моэма. Широкую известность писателю принесли романы «Попугай Флобера», «История мира в десяти с половиной главах», «Дикобраз». За свою литературную деятельность Джулиан Барнс был удостоен множества наград и премий. Он трижды попадал в шорт-лист Букеровской премии и только в 2011 году стал ее обладателем за роман «Предчувствие конца». И с этим произведением я хочу вас познакомить сегодня. Книга состоит из двух частей. В первой части мы знакомимся с главным героем романа Тони Уэбстером мы движемся по закоулкам памяти взрослого героя и видим его молодость, друзей, с которыми он поклялся в вечной дружбе, его знакомство с первой любовью и первое расставание. Узнаем о трагедии, которая приводит к разрыву всех отношений с друзьями. Во второй части писатель показывает нам уже взрослого Тони, который получает некое завещание и открывает для себя совершенно иной взгляд на происходящие события его молодости. И тут герой начинает разбираться во всем этом. Начинается его самокопание, переосмысление всех произошедших с ним событий. Поднимаются скелеты из шкафа и раскрываются тайны прошлого. И итогом всего становится понимание того, что еще можно сделать, пока жизнь не подошла к концу. Барнс выступает здесь как философ и психолог человеческой души. Это произведение драма человеческого бытия монолог самим собой о прожитой жизни и упущенных моментах. Это произведение без динамического сюжета, со спокойным повествованием и типично английской самоиронией и практичностью. Произведение автора на любителя, но я рекомендую их к прочтению. Спасибо за внимание.